Добрый вечер, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы вам продемонстрируем, что можно активировать Vediamo, закрывание багажника с ключа. То есть у всех, у кого электропривод стоит на задней двери, по умолчанию нет закрывания двери. Есть только открытие. Как видим мы на видео, можно теперь закодировать так, чтобы было и закрывание с кнопки ключа. Спасибо всем за внимание.